Сообщение от ГИБДД. Погибших стало меньше, пьяных за рулем задержали больше. А обилие светофоров в Твери сделало дорожное движение лучше. Таковы итоги пресс-конференции начальника регионального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, который рассказал о работе своего ведомства в минувшем году. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Смертность в результате ДТП на дорогах Тверской области стала ниже. В количественном исчислении это 143 человека. 1790 получили ранения. Таковы данные региональной ГИБДД по итогам минувшего года. При этом по-прежнему инспекторы ГАИ задерживают довольно много тех, кто решил принять на грудь перед тем, как сесть за руль. Более 4800 человек были пойманы в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения. Соответственно, и смертность при авариях с такими гражданами велика. У нас в таких 163 дорожно-транспортных происшествия с участием водителя с признаками опьянения, в которых 37 человек погибли и 203 ранены. То есть мы видим, что это практически 30% от погибших. Это у нас с участием дорожно-транспортные происшествия с участием водителей с признаками опьянения. В своей работе ГАИ все активнее использует технические новшества. В частности, на дорогах Верхней Волжии действуют 174 комплекса автоматической фото- и видеофиксации. Они позволяют выявлять больше нарушений, начиная от превышения предельной скорости и заканчивая ездой с непристегнутыми ремнями безопасности. Довольны в ГИБДД и введением в Твери интеллектуальной транспортной системы. Анализируя интенсивность движения, эта интеллектуальная транспортная система, она сама выбирает режим светофора, исходя из интенсивности этого движения. На этом перекрестке, возможно, в этот момент с правой стороны идет больше поток, и поэтому интеллектуальная транспортная система даст разгрузить правую сторону. На следующем перекрестке это будет другая сторона. Хотя, конечно, водители, простаивающие в ожидании зеленого света, а посему недовольные работой светофоров, всегда найдутся. Правда, на это в ГИБДД постоянно отвечают. Их главная задача – безопасность на дорогах, пусть даже в ущерб скорости передвижения.